Вот, смотрите. Ой, блин, 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 блин. Сделала лажу. Шикарный лобешник. Некрасиво лежит, стоит. Всем привет, ребята, добро пожаловать на мой канал. Сегодня я хочу проверить макияжи разные из ТикТок. Ну, точнее, у меня будет сегодня один макияж. Хочу посмотреть, как он будет сидеть на мне, протестировать, так и посмотреть. Так, я начну, наверное, с консилера. Буду замазывать все, что нам не нужно. То, что нам не подходит, некрасиво лежит, стоит. Вот, и потом уже перейду к тональнику. Так, теперь беру тональник, он у меня с матовым эффектом. Так, мне нужно его чуть потрясти, чтобы выпало чуть-чуть тональника. Так, оп, оп, оп. Я думаю, что только хватит. Слышите звук? АСМРчика вам чуть-чуть. Так, нанесу тональник. Этот лайфхак, господи. Макияж у меня сегодня будет такой, знаете, простой, такой классический, скажем так. Ну, ничего такого супер такого яркого. Так, тональник я уже нанесла. Теперь перейду к бронзеру нашему, точнее, к контуру. Буду наносить на привычные мне места, ну, то есть вот здесь вот на щетечках, оп, на подбородочке, на носик, чуть-чуть буквально, и на мой шикарный лобешник, точнее, лобик, конечно же, лобик, и все начинаю растушевывать. Вот так у меня получилось, пока что получается. Теперь уже перехожу к самому главному, к стрелкам, конечно же. Я возьму, конечно, свой штампик и возьму свою любимую подводочку. Стрелки я буду делать длинные, потому что на картинке она показывалась длинными, так что будем следовать правилам, правильно. Потому что у нас как бы должно потом образоваться сердечко. Вот, смотрите. Ой, блин. Сделала лажу. И теперь уже прикладываю. Оп. Красота. Мне нравится. Стрелочка, красота. Что мне нравится в штампах, что ты просто, ну, приложила и все. И тебе больше ничего не нужно делать. Это прям очень классно. Так, ну и уже заполняю саму стрелочку. Надеюсь, что видно, да, что я там делаю, что там рисую. Так, вот, смотрите, я уже свой образ завершила. Вот у меня такая красота получилась. Проблема, знаете, в том, что у меня блестки, они не сильно маленькие, то есть они такие крупные. Мне нужно, кстати, заказать поменьше, прям сами маленькие мизерные блесточки. Ну вот, смотрите, у меня так получилось. Не видно, да, что это сердце. Но я пыталась, честно, я пыталась. Вот так у меня получились стрелочки, такая красота. Я, кстати, буду так почаще снимать такие видео, знаете, именно повторять макияжи из Инстаграма. Это, знаете, будут такие прям 5-минутные видео, да, чтобы вам просто показать, может, вам интересно будет вдруг, да, как бы. Но мне макияж нравится, очень простой, очень прикольный, интересный, красивый, ну... Ребятки, всем огромное спасибо за просмотр. Надеюсь, что это видео вам понравилось. Обязательно заходите к нам, смотрите другие интересные ролики. У меня там подольше идет ролик. Вот это такая, знаете, эксперимент для меня. Обязательно там жмякайте лайки там внизу. И увидимся, конечно же, в следующем видео. Всем пока-пока!